Доброе утро, дорогие друзья, гости моего канала. Итак, началась у нас неделя, и начинается у нас неделя с интересной такой колоды, которая может и показать как гадальное значение, так и магическое, да? Но сейчас мы будем смотреть именно по событийным событиям на каждый день недели, как обычно мы смотрим. Посмотрим, что сегодня у нас. Ну и карты магии Нового Иона, это у нас, значит, карта понедельника. Сейчас я сначала все переверну, а потом вам уже прочитаю, что я увидела в картах. В дополнение золотые мечты Ленорман покажут, что извне нам идет, но мы перевернем в самом-самом конце. Итак, карта понедельника. Настолько на себя взвалили хлопот и хлопот, что вообще половина этих дел вы могли бы не делать, а поручить кому-то, чтобы за вас сделали. И у вас не было бы настолько насыщенного и тяжелого дня. Понедельник – тяжелый день. Вам нужно будет все охватить, все сделать. Но это десятка посохов у нас. Но еще есть такое, что второй вариант, да, некоторые из вас никуда сегодня не пойдут, потому что будут себя неважно чувствовать от накатившей усталости. Возможно, даже у кого-то будут боли в спине, либо какие-то вот зажимы. Нужно, ну, вообще, по-хорошему бы, когда вот такую карту вижу, вот как я вот чувствую, лучше бы вы занялись своим телом. Потому что тело у вас очень зажато. Либо уже не думали давно о своем теле, думаете о делах насущных, о проблемах. Нужно заняться собой. Потому что это как вот... Сегодня не расслабитесь, завтра это тоже накатит. Карта понедельника, в принципе, день хлопот и некой тяжести. Если мы видим эту тяжесть, мы думаем, как ее скинуть, да, как ее убрать. Дальше, карта вторника, пятерка посохов у нас. Ну, во-первых, кто, может быть, ищет работу, кто хочет занять первенство. Знаете, вот сейчас, если это не совсем получается 100%, но это обязательно получится, потому что вас уже и увидели, и заметили, ваше резюме лежит там, где ему надо лежать, там, где работа принесет не просто работу, а прибыль, да, то есть все как надо. Идите, если надо, с ребенком на соревнования, идите на соревнования, показывайте себя. Я вообще люблю эту карту. Как бы она ни говорила о дне, но о борьбе, знаешь ли ты правила, если ты знаешь правила, ты больше ведешь. Ну, как бы не стоит анализировать ситуацию, просто вторник. Идите, куда вы планировали, и делайте то, что вы планировали. Карта активных действий. Вообще, даже, может быть, у вас не будет времени сесть. Нужно то делать, это делать, другое делать. И знаете, делайте и делайте это быстро. Карта в среду. Здесь уже, я бы сказала бы, ну, это двойка кубков. Вы будете с кем-то задушевно общаться, это раз. Второе, мужчина противоположного пола, да, если вы женщина, будет с вами созваниваться, разговаривать. Но знаете, я больше вижу не то, что там какая-то карта интима, а скорее дружественная, как дружественная душа, да. Будет такой человек, который будет вас очень хорошо понимать, и вы его. Это как сестра, брат, что-то вот такое родное. Но я вот здесь вот чувствую, что этот человек вам по крови не родной. Но вы настолько будете проникаться к этому человеку, что надо же, ну вот очень хорошо и гармонично мне этот человек понимает. Ну и, конечно, по символам и символикам
как этот человек немножко может вас дополнить, да? Ну, карта среды говорит вам о том, что вы будете задушевно общаться и очень будете испытывать удовольствие. То есть эта карта говорит не о событийном. Карта среды, карта спокойная, не предвещает никаких вот вздрязг, не предвещает никаких хлопот. Спокойный, хороший день, в котором вы получите удовольствие от общения, удовольствие от того, что есть с кем даже получить взаимообратную, да, энергию. Вот так. Можно сказать, да, ну, с родным человеком будете общаться. Карта четверга. У вас по работе, по действиям будут какие-то распланированные дела. И начнете так действия предпринимать. Один специалист одно говорит, другой другое говорит. То есть здесь карта слаженной работы, но слаженной в плане прибыли. Вы выстроите какую-то структуру, вот как бы сейчас сложно я не говорила, но послушайте внимательно. Вы выстроите какую-то структуру, по которой вы будете подниматься как по лесенке. Вот здесь у меня идут пути подъема. В четверг, кто вам будет давать советы, вы не отмахивайтесь. Очень может быть и большей вероятностью, что эти люди обладают компетенцией в том, в чем рассуждают и говорят. Внимательно их слушайте, прислушайтесь и возьмите на заметку их советы. Потому что я здесь вижу такую вот, знаете, как лестница подъема. Так, это у нас тройка пентаклей. Но я опять же говорю, что я трактую карты по-своему. Конечно, мы знаем все базовые значения, но тройка пентаклей мне говорит в этом плане, что это карта подъема. С одной стороны, неизвестно, куда вас приведет то, что вы слушаете и применяете в свою жизнь. Но как я люблю, когда человек поднимается, когда человек не опускает руки, когда человек видит из всего пользу и выгоду, но не только для себя, а для близкого и даже дальнего окружения. Но здесь, можно сказать, в этой карте связаны даже цели. Какие у вас идут цели, что вы хотите, вы можете структурировать, выстроить и прислушаться к советам этих людей, которые вот появятся в четверг, да, что вы будете такие знаковые сообщения слушать. И даже, может быть, кто-то из вас кое-что там, да, интересное захочет именно применить в четверг. И, пришло ко мне осознание, да, эврика, как мы раньше говорили. В общем, карта четверга хорошая, очень хорошая. Хотя и даже мне говорит, среды на четверг тянется, да, познакомитесь и будете общаться с человеком, с которым будете взаимодействовать, да, и вот у вас пойдут обмен опытом, вот так можно сказать. И вы тоже очень значимый человек, и они. Очень хорошая карта. Карта пятница. Вполне вероятно, что так как мы смотрим на событийные события, что в пятницу, возможно, будет холодно. В пятницу лучше не сближаться ни с кем, не раскрываться. Лучше, вот знаете, как бы немножко уединиться, да, потому что такая карта холода и длительная. Если куда-то даже поедете, поездка будет длинная, время будет тянуться. И вообще обычно для пятницы, я люблю пятницу, но для пятницы это такая слишком холодная карта. Так что в пятницу не планируйте каких-то серьезных дел. И одевайтесь теплее, можно так сказать. В субботу у вас откроются некие возможности. Знаете, может быть, в субботу вы поедете даже в магазин и купите такую вещь, которую давно хотели купить. Либо вы купите намного больше, чем рассчитывали. И, в общем, у вас здесь уже пойдет и мысли, и разум, и действия за гранью того, что вы думали как-то вот узковато,
уже будете расширять свое сознание. В общем, это карта праздника и новых возможностей. Также, ну, скорее всего, вы даже на этой неделе, да, я могу предположить, будете на каком-то празднике, либо вас будут приглашать в субботу на праздник. Это карта субботы. Кстати, встреча пройдет очень хорошо, поэтому если куда-то вас зовут, обязательно сходите. Получите удовольствие. Ну и карта воскресенья замыкает эту у нас карту отшельник. Знаете, я ее сейчас не прочитаю, прочитаю по общему раскладу. Какие-то знания вы получите на этой неделе, на которые вы даже, ну, не думали. Можно сказать, у вас какая-то вот есть спячка. Каждый день проходят спячки. Вроде вам что-то такое скажут, а вы не принимаете это в картину своего мира. И вот замыкает у нас эту неделю отшельник. Это как раз-таки мне говорит, что просыпайтесь. У вас очень много идет сейчас интересного, нового. А может быть, потому что солнца сейчас нету, да, сейчас зимнее время. Может, еще что-то, ну, что-то на вас вот сказывается. Так, посмотрим ваше личное состояние и что идет извне. Здесь у нас карта Ленорман показывает тоже очень благоприятные карты. Собака, дом, карта якорь, ну и всадник. Они тоже говорят, что и расклад хороший, да, вот, да, понедельник хлопотный, но вообще очень много таких вот событий, которые извне. У вас будет, во-первых, друг, вы приобретете за эту неделю друга. Это человек новый, но этот человек заинтересуется вами, и вы им. Он вам даст много хорошего. Знаете, вот смотрите, поводок такой держит, да, что давай с тобой дружить, давай я с тобой пойду дальше по жизни. Человек, с которым вы будете на этой неделе общаться, более всего, либо такой, знаете, как молния появится, потом исчезнет, он будет с вами долго общаться, долго дружить, и даже надо же, у меня карта собака около статуэтки тоже собачки рядом и оказалась. Дальше. Рядом с картой дом. Дом, отшельник. Это человек очень умный, мудрённый опытом. Он будет близко, даже будет знать больше членов вашей семьи даже. Познакомьтесь, то есть вы его пустите в близкий круг, в вашу душу. Вот так можно сказать. Дальше, что касается работы, дела идут стабильно. Если кого-то хотели депримировать, штрафы, еще какие-то, такое ощущение, что все проходит вот мимо, знаете, мимо вас. На работе все стабильно, но не надо думать, что вам не надо никуда плыть. Якорь мы бросаем, чтобы на время остановить корабль. То есть на этой неделе подумайте все-таки, что же вы хотите. Что же вы хотите на самом деле? Ну и вестник. Для меня это карта вестник. Даже похолодело у меня все. Будет много информации, много общения, много коммуникаций, и люди будут новые. В общем, вы будете на коне, и те, с кем вы общаетесь и дружите, тоже не менее достойные, образованные люди. В общем, мне нравится. И слушайте, получите в бумажном известии письмо, договор какой-то, который приумножит вашу прибыль. Вестник у меня здесь связан с прибылью, с деньгами. Ну, что могу сказать? Во-первых, просыпайтесь. Хорошего вам настроения, отличной недели. Ну и я на связи. Все-таки было бы приятно, если бы вы писали свои комментарии, как у вас все-таки прошла неделя. Ну, мне пишут в личку, это все здорово, но не надо бояться публичности, не надо. Можете писать в общих, там, под Ютубом, в комментариях. Ну и, в общем, карты достаточно легкие. Всем хорошей недели, ну и отличных друзей. С любовью, ваша Каролина.